Я сейчас зашла в Телеграм, BDSN 18+. И тут, значит, фотография грузовика, и около грузовика лежит военный. Ну, это просто мертвый. Там кровь вытекла, нога вся разорванная. Ну, как вы знаете, в магазине заходите, покупаете там кусок, не знаю, там, говядины. Вот, получается, одна женщина родила мальчика, чтобы этот мальчик пошел и убил мальчика другой женщины. Вот. Смысл родов непонятен мне. Сегодня заходила, я не буду показывать, потому что не хочу, чтобы мой ролик забанили. Ну так вот, сегодня в стриме зашла какая-то девушка, ну неважно. Короче, парень этой девушки взял на себя эфир. То есть я разговаривала с девушкой, а потом взял парень. Парень татарин. Татарин с казахским паспортом. Уже пиздец. Зовут его, как же его звали? Типа Сергей или Иван, или что-то типа этого. То есть татарин с казахским паспортом, типа Сергей. Это уже какой-то пиздец какой-то, инцест. Так самое, что пиздец, я говорю, значит, девушка сказала, что она его на войну не пустит. Девушка как бы в порядке. Он сказал, что если Путин, сука, позовет, он пойдет защищать свою родину. Я говорю, где твоя, сука, родина? А если Путин позовет в Польшу? Он говорит, пойду в Польшу. Русские, вы понимаете, что есть такое слово оккупант? Оккупант. Он может иметь отношение к любой стране. Понимаете, если вы зашли на чужую территорию, вы оккупант. Не то, что русские могут все. Если русские зайдут в Польшу, значит, им можно быть в Польше. Если русские зайдут в Литву, им можно быть в Литве. Нет, вы будете везде оккупантами. Если вы не в России, значит, вы оккупанты. Ну так вот, вот в этом, на примере могу описать ситуацию. Смотрите, стоит дом. В доме лежат два разорванных трупа. Один мужчина, другой мужчина. И рядом какой-нибудь там, не знаю, присутствует живой ребенок. Приезжает полиция и говорит у ребенка, что случилось. Пришел грабитель, завязалась драка, взорвалась граната, и мой папа погиб, ну, защищая меня, и бандит погиб. Получается как? Бандит же оккупант, а папа защитник. Понимаете? Украина имеет там своих детей и матерей. Получается, они защитники. А ваши суки, папы, бросили вас в России и поехали в Украину. Значит, они кто? Оккупанты.